камеры системы «Безопасный город», которые московская мэрия собирается использовать для контроля за тем, как москвичи соблюдают карантин, встречают горожан буквально на выходе из подъезда. Вот две такие камеры на моем подъезде. А я сейчас поеду на работу своим привычным маршрутом и покажу вам все остальные камеры, которые встретятся мне на пути. Следующая камера ждет уже на автобусной остановке. В автобусе такие камеры встречают москвичей напротив каждой двери. Вот камера над средней дверью, вот здесь вы можете увидеть точно такая же напротив задней. А рядом с кабиной водителя таких камер и вовсе две. Одна смотрит на салон, а еще одна на саму дверь. Я иду к метро, и давайте просто будем считать количество камер, которые мне встречаются на пути. Раз, два, три и четыре, пять. 6, 7, 8, 9. На входе в метро ты совсем не имеешь никаких шансов скрыть свое лицо, если бы даже захотел. Потому что даже проходя через турникет, тебя встречает вот эта камера. Следующая камера сразу над эскалатором. Вот видите, она уплывает там наверху. Камеры в вагоне метро, их тут достаточно много. Несколько штук в вагоне. Вот, например, раз за моей спиной я поворачиваюсь, и здесь еще одна. На выходе через турникет тебя тоже фотографирует камера. В марте московская мэрия объявила, в городе установлено 178 тысяч камер наружного наблюдения. Это почти 70 камер на каждый квадратный километр. Источник газеты «Коммерсант» в мэрии говорит, что для распознавания лиц будет использована технология компании NTech Lab. Когда-то именно эта компания создала одно из известных приложений по распознаванию лиц. Оно называлось Find Face, и его алгоритм распознавания лиц считался лучшим в мире. С 1 июля 2018 года приложение перестало быть доступно обычным пользователям. NTech Lab стал предлагать свой продукт только государству и бизнесу. Среди партнеров на сайте указаны МВД России и Департамент информационных технологий Москвы. В интервью «Настоящему времени» в сентябре 2019 года в компании этого не скрывали. На эти подразделения, эти структуры, как бы основные заказчики, это наши основные реализованные проекты вместе с Департаментом информационных технологий Москвы. И также мы работаем сейчас не только в Москве, но и в других регионах. И сейчас есть несколько пилотов тоже в крупных регионах России, но, к сожалению, пока не можем их публично называть. Сейчас в компании от интервью отказались. Как говорит источник «Коммерсанта», в систему загрузят фото людей, которые уже нарушали карантин. К ответственности в Москве уже привлекли более 500 человек. Это те, кому нужно было соблюдать карантин по возвращении из-за границы. Также в базу добавят людей с легкой формой коронавируса, кому в Москве разрешили лечиться на дому. Видеокамеры собираются использовать вместе с данными сотовых операторов, которые позволяют по мобильным телефонам отслеживать, где находится человек. Механизм работы системы нам поясняет IT-специалист Дмитрий Карсанидзе. Но сама по себе система геопозиционирования, она встроена в стандарты и GSM, и LTE. С помощью такой системы они смогут определять, находится ли человек дома или он куда-то двигается по маршруту, допустим, он вышел на улицу. Если привязать к его геопозиции там, условного дома, который операторы уже все знают у нас, так же, как и Google, и Яндекс, и Facebook уже знают, где мы живем, потому что мы постоянно находимся там вечером в одних и тех же точках, вот, можно привязать там радиус 100 метров и при выходе за этот диапазон непосредственно выдавать какие-то предупреждения, то есть отправлять смс-уведомления, допустим, делать звонок пользователю и сообщать, что он вышел за радиус карантина. Министерству связи России еще на прошлой неделе поручили при помощи операторов связи создать систему, которая могла бы по геопозиции определять, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Такая система, как говорят эксперты, уже работает в Южной Корее. В пресс-службе одного из крупнейших операторов связи, Мегафона, нашему каналу сказали, что просьбы о создании такой системы компании из правительства пока не поступали. Юристы при этом говорят, что системы, внедряемые сейчас в Москве и уже работающие в азиатских странах, фактически противозаконны. С точки зрения закона, такая практика является абсолютно серой. То есть, если мы посмотрим закон о персональных данных,
он говорит, что обработка биометрических данных гражданина допускается только с его согласия. И там есть несколько исключений, когда согласие не требуется. Так вот, конечно, такой цели, как борьба с эпидемией, в законе нет. Но я думаю, это хорошо характеризует вообще все отношение к охране частной жизни, к тайне частной жизни, к гарантированным правам человека, которые есть сегодня у нас в стране. В этом году в Москве развернут еще 9000 камер видеонаблюдения. В мэрии рассчитывают, что система позволит распознавать нарушителей карантина даже несмотря на медицинские маски. Технология будет срабатывать, даже если закрыто 40% лица человека. Алексей Александров, Никита Борисов, Анна Мороз, Ангелина Казакова и Евгения Котляр. Настоящее время. Москва.